Так, значит, сегодня 1 января. Мы с этого года открываем новый сезон видеоблога. Первое видео уже должно было выйти. Мы его сняли в прошлом году. Теперь мы каждую неделю будем снимать новое видео. Оно будет выходить через неделю, как выходил раньше предыдущий видеоблог. И каждую неделю мы собираемся здесь на площадке в Парке Победы. Приходите, мы вас ждем. Вот. Здесь типа... Ну, на видео видели, как мы тренируемся. Можете поспрашивать что-то, прийти, задать вопросы, потренить что-то свое, просто пообщаться. Вот. И вот смотрите, сейчас 1 января, все пришли. Кто пришел 1 января, у них будет замечательный прогресс в этом году, потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот. Друзья, привет! Сегодня мы находимся в легендарном месте. Я встал сегодня в 5 утра, побегал. Я даже не праздновал Новый год, сегодня 1 января. Сегодня мы будем пробивать грудину, вот эту вот грудину, чтобы все девчонки в твоем классе тебе подходили и говорили, какой ты крутой. Всего лишь 5 минут в день, и через месяц ты будешь самым востребованным пацаном в школе. Погнали. Я не знаю, как там еще говорить. Да, расскажи, короче, какой сейчас Новый год же наступил, какой у тебя план спортивный на год, каких, каких результатов ты хочешь добиться, допустим, до лета? Может, какие-нибудь не знаю. Ну, в общем, что, может, передний лист хочешь выучить или что-нибудь такое? До лета? Да, ну, хотелось бы. Ну, закрытый вид я делаю, хотелось бы передний вид полный сделать. Ага. Секунд 5 техничного. Ну и у меня еще соревнования там будут от одной от вуза. Угу. Хочу подтягиваться 30 раз за один подход. То есть у меня рекорд 25. Хорош. Чудо бить. Хорош. Так. Теперь мне там. Да. Че по поводу стокинг-дорога? Стокинг, это. Я не знаю, мне надо где-то через 20, наверное, смогу сидеть. Да, стойку на руках на брусе, чтобы эффектно было на высоте. Ну, я бы хотел, конечно, но я... Надо делать подходящий горизонт. Короче, это... Я думаю, вот мне будет 45, я буду сейчас тренироваться. Вставать в 5 утра, идти сюда, пробивать грудину. Да. 5 минут в день, да. Все нормально. Как раз тебе будет 45, и все девчонки из школы будут все твои. Пойду обратно в школу. Главное грудину пробить, середину груди. Да. Все, окей, зафиксируем. Отлично. Будем следить за твоим прогрессом. Да, через полгода такой. Пока передний вид не делаю, но... Да и обычный тоже. Но нормально, скоро подкачаюсь. Стойка. Что стойка? Одна из целей, стойка. Подтянуться один раз и стоять на руках. Понятно. Стойка стоять. Фантазер. Так, босс. Какая у нас программа на сегодня? Сегодня программа у меня, я не знаю, кто вызван, повторять или нет, 5 подходов на максимум выходов, либо если выходы не получаются, то высокие подтягивания. Mm-hmm. Дальше 5 подходов на максимум отжимания в стойке на руках у шведской стенки. Я покажу потом, как делаем, там будем опираться ногами и помогать себе ногами, если что. И дальше, как обычно, уже было в предыдущей программе, 5 подходов на максимум подтягивания с сидением лопаток, 5 подходов отжиманий на брусьях, 5 подходов подтягивания на бицепс, 5 подходов французские отжимания на трицепс, и все. Еще, может быть, пресс сегодня поделаем, я начал пресс еще делать. Надо его чаще тренировать. Это дело полезное. Ну, он сразу появляться начинает. Чувствуешь себя увереннее. Считайте калории, так Виталий сказал. Жиры, белки, углеводы. Жиры в особенности. Я цель подтянуться. Вообще, я надеялась, что я закончу эту цель до конца 22 года. Но что-то пошло не так. Оказалось, когда ты делаешь негативные, тебя должна гравитация вниз спускать, а не ты сам медленно расслабляться. Возможно, если бы я знала этот факт ранее, я бы уже умела подтягиваться. Да, Виталий? Да, вполне. Да?
Вообще никогда бы не подумала, что буду тренироваться на улице зимой. Я вообще за прошлым году ждала, когда тепло станет, чтобы бегать начать. Посмотрите, это воркутер в его естественной среде. Пока он подтягивается от невидимого турника. Но, возможно, если нам повезет, то мы увидим. Повезет, да, если... Боже мой. Если нам повезет, то мы увидим, как он сблизится с настоящим турником. Ты гирю невидимую повешаешь. Вот. Держи, главное. А если мы все так будем делать, мы будем похожи на сектантов? О, высота! Совершенно понятно. Это мы выходы увидели. Подтянулись и вышли. Так, Виталь, ты-то нам расскажи, какие у тебя планы спортивные на ближайший год, на ближайший месяц. Извините. Перейти от виртуального из выдуманного турника к настоящему. Да, ну я вот пока что делаю такие упражнения, как бы пытаюсь, так сказать, их сделать. Нужно визуализировать упражнения, которые ты делаешь. Я вот пытаюсь там, что я выход делаю, потом, ну, подолгу вот так вот стою, как бы представляю, что я передний лист делаю. Всего лишь пять минут в день, и через месяц ты будешь самым востребованным пацаном в школе. Вот, на самом деле, что я там обещал? Каждой тренировке, что к лету мы должны делать передний виз, выход силы. Кстати, по-моему, не обещал. Вот. А может, я много чего. 5 выходов силы надо к лету учиться делать. Да, бицепс 45 сантиметров, сейчас 42 сантиметра. С чем? Так, дальше. Горизонтальный упор, отжимания в стойке на руках. Если получится, не знаю, получится ли. Еще что, вес оставить 104 килограмма, но при этом поменять жир на мышцы, да. Там уже меняется мотив. Вот, что там еще? Я не знаю, по цифрам на подтягивание на брусья и все такое я не буду ничего ставить, оно просто само как будет прогрессировать, так и будет. Так. Давайте. Ну, первое, что я хочу, это точно я хочу научиться делать стойку на руках, на брусья желательно, потому что эффектно на высоте. Вот. Буду стараться учить передний виз, как говорит Виталий. Вряд ли это получится сделать за полгода, но я буду стараться изо всех сил. И хотелось бы ноги накачать, потому что мне очень любые ноги. Думаю, да. Просто две спички, поэтому буду делать большой упор на ноги и думаю, что хочу к лету, сейчас я померил, по-моему, она у меня 60, хватит, хотя бы там до 80 накачать, было бы неплохо. Все? Как-то так, кажется. Да, скажи, как тебя зовут, и расскажи, какие у тебя ближайшие спортивные цели на полгода. Потому что хочешь научиться много подтягиваться, отжиматься, какие-то, может быть, элементы. Зовут меня иногда Тимур. Хочу стать. Ну, я бы не сказал, что у меня конкретные цели, чтобы там отжиматься по 500 раз, подтягиваться по 50. Скорее просто привести себя в приличную форму. Хочу путешествовать или вот всегда мечтал, ну, горнолазанием заниматься, но понимая, что с моим сидячим образом жизни я долго не провешу. Ну, как минимум, можно тогда хват тренировать и мышцы вот здесь, предплечье, чтобы иметь возможность много лазить.
интернете, конечно, много информации, но каждый противоречит сама себе, поэтому вокруг проще пойти к людям, которые постоянно этим занимаются и которые постоянно об этом пишут. Ага. И что-то узнать. Ну, отлично, будем следить за тобой. Давай. Должны быть высокие, не должны быть сырыми. Давай еще раз твою программу. Значит, сегодня у тебя 5 негативных за подход. И в промежутках 10 отжиманий. То есть один негативный 10 отжиманий, один негативный 10 отжиманий, один негативный 10 отжиманий, один негативный 10 отжиманий. Короче, 5 раз. Потом 5-минутный перерыв. И еще раз. Делаем на максимум, сколько сможем. Начинай. Хорош, давай, держи, 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 держи. И спрыгивай. Давай сразу отжимание пошло. Давай. Раз. Два. Три. Давай, давай, быстрее, 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 добивай. Быстрее, 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 быстрее. Ладно, снимаем. Не-не, нормально, нормально, давай. Нет. Да. Подрежь. Я подрежу, давай. Пошла, 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 пошла. Раз. Два. Три. Четыре. Давай. Давай, секунды перерыва, давай, пошла, пошла, давай. По одному. Да. Давай, давай, давай. Есть. Еще секунды перерыва, руки стряхни. Почему вы снимаете меня, когда я уже устала? Так и должно быть. Будет. Смотри, ты можешь в упоре стоять, хочешь. Я так не отдыхаю. Давай, 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 давай. Давай. Еще 3 раза. Давай. Раз. Еще 2. Давай. Давай, давай, давай. Раз. Отдыхаем. Еще 1. Давай, 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 давай. Пошла, пошла, пошла. Есть. Дело. Так, значит, как я делаю отжимания стойки, я захожу ногами на перекладину, как бы носками за нее зацепляюсь, дальше пытаюсь, ну, ногами сначала не давить вообще, просто выдавливать себя, имитируя отжимания. Но если мне тяжело, то я начинаю носками себя подтягивать вверх. Ну, чтобы это можно было сделать, надо, соответственно, согнуть ноги на коленях. Угу. И опускаться, как бы разгибая. Давай, покажи, чтобы понятнее было.
Ну и, соответственно, если не хватает пока сил в руках, можно немного себе ногами помогать. Но не сильно, чтобы стараться, чтобы максимальная нагрузка была на руки. Да, то есть пытаться выдержать, ну, границу. Прямо давишь максимально руками, а ногами себе просто помогаешь чуть-чуть, чтобы ты двигался. Вот, таких тоже 5 подходов. Все, это шоу, стартуем. Ну да. Окей. Можно потом зашопить там нормальные нажимания? Да. Ну, как удобно будет. Когда я сам в прошлый раз, мне кажется, я а сложно так вообще стоять? Я не знаю, ты можешь вообще на ногах идти. Ноги есть сильные, а когда ноги сильные, ты стараешься, может, даже не попробовать. Можно я повещу так? Ну, типа вот так? Не. Ближе. Руки максимально, типа, видимо, под коленку. Ноги выше можешь зацепить. Да, более на стенку можно. Так, уперся, теперь таз выше. Ну ты по сути должен как бы встал в стойке, и у тебя еще при этом вот так согнуты ноги зацеплены за стену. Давай я вот сейчас целую не знаю, что сделаю, и заодно попробую. Сейчас лучше. Ну, посмотришь на видосе, по крайней мере, вот сейчас, когда ты вставал, ты прям очень далеко встал, под наклоном. Ты должен опуститься под наклоном быть, а встать вровно опять. Ну, он первый раз тоже встал фигово. Это сейчас, я ему сказала, что он фигово встал. Он такой, надо исправляться. И встал по красоте. Еще даже так? Ну. Нет, ты поднял колени выше. Тебе надо наоборот согнуть колени. Вот, вот так. И голову вперед перекрутаем. Вот так? Да, ты, так, вы, ну, нет, ты когда опускаешься, вот, как бы делаешь нырок. Сюда. Что-то у меня амплитуда какая-то очень маленькая. Ну, мне кажется. Ну, стойте всегда такая. Только ты... у тебя плечо выпрямляется, у тебя плечо должно быть вот здесь. Так? Выпрямить? Нет, посередине. Часть двигай туда. Вот в сторону стенки. Нет, руки прямыми держи. Прямыми, нет. Выпрями руки, локтях не сгибай. Только часть двигай в сторону стенки. Ты сгибаешь руки. На прямых руках, как вот, вот так. Ага. Нет. Нет, а когда опускаешься, то ты берёшь. То есть, смотри, когда отнимаешься, в обычном стойке ты стоишь, когда опускаешься, ты уходишь вперед, чтобы вот, потому что тебе надо центр тяжести на месте оставлять. Ты не можешь стойте и отжаться вот так. Вот, 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 вот
потом ты опускаешься. Не, ну это лучше, очень хорошо. Ты руки развязывай. Я делаю как бы дырок вперед. Да. Да, ну сейчас делаешь как Виталий. Сильнее вперед, локти вдоль корпуса, а не в сторону. Руки можно чуть поближе вместе поставить. Ты слишком проваливаешься в сторону стенки. Надо дальше вперед уйти головой. То есть, смотри, ты когда опускаешься вниз... Смотри, сейчас фигу. Фигурально смотри. Когда опускаешься вниз, и ты тоже, локоть, ну вот это предплечье, оно должно быть параллельно земле, оно не должно назад уходить. Вот. Соответственно, чтобы так сделать, у тебя рука стоит на месте, только плечо опускается вперед. А это остается тут. Соответственно, голова должна на длину плеча вот этого идти вперед относительно ладони. Так? Ноги выше еще на одну ступеньку. Нет. Нет, ты на две подняла, на одну, да. Коленками прислоняешься, да, вот так вот к этой. И руки еще ближе. Да. И теперь опускаешься вниз на руках. Да. И выпрямляешься. Ну да, можешь ногами себя выпрямить. Ну да, типа, можно это только ногами делать, но нужно стараться максимум нагрузки на руки давать. Если ноги сильные, можно прям на ногах висеть. Да, ты видел? Я могу повторить. Мастер-класс. Да? Еще одна, ну типа да, 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 еще ближе. Да. Так. Че ты вперед ныряешь? Во. Так, ну ты что-то головой не касаешься, там да, сразу морозило, мне кажется. Пальчики не кольные. Это прикольно. А что вы не давали делать это? Сама сказала. Не буду. Страшно. Не говорила я такого? Говорил. А, докажи. Сейчас видео отмотаю. Если без скручивания, это все уже 4 раза максимум. Потом у нас там 20 час и все. Ну все, вот и все. Валерий, как тебе эта тренировка? Очень мокро. Из-за этого холодно, какая температура достаточно. Нулевая. Плюс 5 вообще. Плюс 5 года, плюс 5 года, плюс 3 года, плюс 4. На самом деле температура варьируется, но
температура теплая. Но дождь. Дождь все усугубляет. И ощущается, как очень холодно. Я замерз, я хорошо потренировался. У меня все болит уже. Это краткий экскурс по нашей сегодняшней тренировке. Так, ну что, всем, так сказать, удачи в новом году. Вот. У нас, конечно, сегодня, как обычно, все сами для себя, но мы скоро все объясним, да? Вот. На самом деле, болтовня и веселье, но как бы я лично очень серьезно нацелен на этот год по целям, по достижениям. Так что, да, все так же должны. Что вот эти все мне приходят, они только приходили и уже да. И говорю, а как вы так? Он говорит, да, вот выходить надо. И домашку делать. Да, домашку делать. Все. Всем счастливо. Увидимся в следующее воскресенье. Пока. Спасибо.